dummies. Море, океан. Море, океан, а вот Мардеплат. Такая прибрежная зона. А вот бегунья. А это цветет алоэ. Город Мар-дель-Плата. Вот такие особняки. Цветущие деревья, елки. Очень красиво. Вот стоит такое здесь ядро. Казер Канабеа. ¿Qué marca es? Ese Kaiser Carabela. Kaiser. Una marca de acá, nacional. Linda. Sí, está bueno. Дамы и господа, еще один интересный образец аргентинского автомобилестроения. Точнее, конечно же, это строение американское, потому как на самом деле эта машина является аргентинской версией Кайзер Манхэттен 1953 года. Уникальный совершенно человек был этот самый Генри Джон Кайзер. Абсолютно фантастический, про него надо снимать видео, может быть, даже не одно. В 1958 году заводы, значит, были перевезены в Аргентину, в Бразилию, выпускали там джипы и вот такие вот легковушечки еще. Ну, представьте, машина почти 5,5 метра, 1,90 м ширина, 1,55 м высота, 3 метра база. Мотор, правда, был устаревший 3,7 шестицилиндровый. Всего было выпущено 10 тысяч, и в 62-м это все дело свернулось. Вот. По характеристикам разгон от 0 до 100, 35 секунд, да, еще из интересного. Максималка 135, но я даже не представляю, сколько надо было ждать до этой скорости. Расход порядка 15-20 литров, мощность 116 лошадиных сил. Самое интересное в этой машине — это судьба ее создателя Генри Джона Кайзера. Yeah.